Пока в Киеве рассуждают о возвращении оккупированных территорий на подконтрольных, митингуют жители. В Северодонецке и Луганской области тысячи людей вышли на акцию, организованную профсоюзами. Требуют от правительства защитить внутренний рынок минудобрений, отремонтировать дороги в области и позволить предприятиям пользоваться газом собственной добычи. По их словам, промышленность региона простаивает и уничтожается. Люди говорят, если власти не отреагируют на их требования, протестовать придут под Кабмин. У нас самая больная тема, что у нас люди разъезжаются. Мы теряем свой квалифицированный персонал. У нас уезжают семьями. У нас регион превращается постепенно в промышленную пустыню. Мы требуем модернизации угольной отрасли и поддержки дотации. Мы требуем поддержки предприятий химической отрасли. У нас колоссальнейший объем производства, который сегодня простаивает. У нас есть возможность, чтобы работал нефтеперерабатывающий завод, АЗОТ, чтобы была стабильная подача электроэнергии,